Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и мы начинаем наш второй урок – хостинг. Зачем нужен хостинг? Хостинг – это, грубо говоря, компьютер, удаленный сервер, где будет находиться ваш сайт. Сайт, находящийся на хостинге, будет доступен всем пользователям интернета всего мира. Тут можете ознакомиться с хостингом подробнее. Мы рассмотрим платный и бесплатный хостинг. Для начала будем регистрироваться на бесплатном хостинге. Пока вы учитесь, создаете свой музыкальный сайт, этого будет достаточно. План урока. Регистрация на хостинге. Итак, вот этот хостинг, где мы будем проходить регистрацию. Вы, конечно же, если у вас какой-то есть опыт, можете использовать любой другой хостинг. Но мы будем работать здесь. Переходим на кнопку «Хостинг». Тут можете почитать, ознакомиться. Для начала будем использовать бесплатный тариф. Зарегистрируем его. Тут тоже можете почитать, какие есть ограничения. В любой момент после регистрации и создания сайта вы потом сможете здесь спокойно перейти на платный хостинг. Он вам будет нужен потом, потому что у бесплатного хостинга есть кое-какие недостатки. Вы об этом узнаете позже. Нажимаю кнопку «Заказать». Проходите несложную регистрацию. Можете войти через ВКонтакте. Это тоже будет некая регистрация. Или Google. Давайте зарегистрируемся. Итак, вписываем имя, я пишу тест, вы пишете свое, вписываете email, пароль, повторить пароль. Тут вписываете защитный код CAPTCHA, соглашаетесь с условием лицензионного соглашения, с условием договора. И нажимаю на кнопку «Создать аккаунт». Вас перебросит вот на такую страницу, с текстом вы почти зарегистрировались. Перейдите в ваш электронный ящик и подтвердите регистрацию. Идем в тот электронный ящик, который мы указывали при регистрации. Видим это письмо. Спасибо. Перейдите по ссылке. Переходим вот по этой ссылке. Регистрация завершена. Теперь вы можете создать аккаунт. Дальше. Значит, выбираем бесплатный, нажимаем кнопку «Заказать». Нужно выполнить всего три шага. Первый шаг. Выбор план. Так, выберите тип домена. Здесь. Значит, домен. Мы в следующем уроке поговорим об этом более подробно. Сейчас можете создать пока бесплатный тестовый домен. Домен – это адрес сайта. Пока тренируетесь, вам подойдет любой бесплатный домен. Значит, вот, например, domain.ru, а здесь вот бесплатный домен, окончания идут вот такие вот. На любое усмотрение выбирайте. Они тут все бесплатные. Я выбираю первый. Назовем, например, «Music». Вписываете пароль, либо вы можете сгенерировать его по этой кнопке. И нажимаете на кнопку «Продолжить». Домен уже занят. Подтвердите ваш заказ. Тариф бесплатный. Наш адрес пока вот такой. Цена 0 рублей. Опять защитный код CAPTCHA предлагают ввести. Вводим его. Ставим галочку «Я согласен» и нажимаем кнопку «Заказать». Аккаунт был успешно создан. И я жду вас в следующем уроке.